Пхам. Саме під такою назвою проходить акція, мета якої – зупинити нищення зеленого газону. Коли недобросовісні водії псують зелену траву, на боротьбу виходять громадські організації та журналісти. Ось таку наклейку сьогодні побачать усі недобросовісні водії на своєму лобовому склі. Ми істрібляємо хамів. Вот так тебе есть, а скажи мне, где поставить мне, например. Ну зачем? Я купил себе машину, я знаю, где ставить. Ну. Мне на зеленой зоне. Молодец. Ну все, а молодец. Я вам советую это. На восток воевать, а не за заниматься. А вы тоже едете на скидку? Я именно туда. Я машина снял. Давайте не будем стоять. Мужчина, ну вы же нарушаете правила дорожного движения, это раз. Во-вторых, вы портите... Вот. А что это? Она была ваша. А что это? Потому что уже выездили. Да, конечно, рассказывай ты мне сказку. Так а что? Четкая. У меня позиция тоже четкая. Решите вопрос с грузовыми машинами, которые паркуются. Пожалуйста. Это ваша собственность. Уйдите отсюда. А это ваша собственность вот здесь, где ваша машина стоит? Это ваша собственность? Ну не ваша, это собственность дома. Это зеленая зона. Это собственность дома. Перепаркуйте машину. Перепаркуйте, вас здесь попросили нормально по-человечески. Нет. Смотрите, что нет? Мужчина. Нет. Звісно, ми не можемо жити в місті, де є лише одні автомобілі та техніка. Нам потрібно залишити хоч шматочок природи для себе. Хто ви такі? Документ. Покажи документи. Громадська організація «Київ за зелену Україну». Ще раз. Громадська організація «Київ за зелену Україну». З ким, від кого? Покажіть документи, що ви ходите от це от з такою. Я зараз визову міліцію. Ви давайте. Два? 1-0-2. 1-0-2. 0-2 зараз вже не працює. А ви завжди паркуєте машину? А то йди покажи, де там зелене. Хоч є щось? Вы как активисты района, что скажете? Против этого? Она мешает. Все, мы тогда по вашей рекомендации сейчас наклеим туда наклейку, чтобы водитель знал, что так делать нельзя. Зняли вот там біля магазинів, як вони по тротуару їздять, то зовсім. Ми зараз і туди дійдемо. Так ви підтримуєте? Підтримуємо. Это не, да, ви можете знімати. Це не нормально. Понимаете, ви за Україну, що сюди. А що у вас там за Україну? Давайте за Україну. За Україну. А що? Так що ви боїтесь? Сюди дай одну штучку. Каже мені, я не два, а я з тобою жена. Я тебе ще раз говорю, на 5. А що ти такий крутой чи що? Маски ти много получаєш, чи що, блин? Мужчина, а что такое? В чем проблема? Не, ну так вы получаете деньги на шару или шо, блин? Какие деньги? О чем вы говорите? Ну так а шо вы? Так что ты это снимаешь? Можешь снимать. Ну, так и делаем.